Квестик Квестик возьмите на синдру. я взял вчера еще. Лорд Трибрат А должен. квестик на синдру где? Где Валька? У входа, да? Там бежать все равно, ну, в лифт надо. К лифту бежать. Поэтому возьмете. Там, где сундук Вальки стоял. Мифик, ты где? Мифик, ты в целка уже? Да, бегу. Надо как-то научиться, я не знаю, надо как-то, блядь, какое-то волшебство должно произойти, чтобы люди, когда приходили в ТТГ, не умирали на собаке, как дауны по 10 траев. Ну, надо как-то, я не знаю. Ну, это, я не знаю, это будет чудо, нахуй, у нас да зимой пиздец. Просто 40. Я уже не знаю, что применить, вот как, ГП не работает, наставления философские не работают, блядь, как людей смотивировать, вот как... Дать поводить, мне кажется, нормально. Давайте вот письмо вот Ивлеву раз... напишем. Ага, блядь. Вот мне кажется, вот знаешь, вот человеку вроде объясняешь, вот ты если мертвый лежишь, ну ты подамажил, да, с пула 30 секунд, и сдох. Ты надамажил там, ну, 300 тысяч, да, допустим, и сдох нахуй. А челик, вот ты даешь 20к, допустим, с рука. А челик, который в с рука 10к дает, и он не сдох, он в конце 2 миллиона даст, ну, не 2, там, ну, допустим, полтора, там, лям даже, нахуй. Это же больше, блядь, 10 раз, чем ты дал, и сдох нахуй. Ну, сука, почему нельзя включить свой ебаный мозг и ну, отбежать заранее, ну, не подамажить 30 секунд. Научиться, ну, уйти, постоять 20 секунд, не дать ДПСа, а потом уже дать ДПСа, когда, ну, гейзеры прошли, ты с них выбежал, блядь, меточки посмотрел, ага, математику в голове включил, ну, сука, ну, не я же буду это все объяснять вам, ага, ты вот, блядь, холидринг встань на 10 часов, ты на 2 часа, ты на 12 часов, ага, 3 метра влево, 2 метра вправо, и каждого, сука, за руку водить, но это невозможно, потому что эти гейзеры, сука, лежат на земле 3 секунды и взрываются. Я сейчас встань на 2 часа, если я только по это, блядь, по цифрам, блядь, часы умею. Ну вот видишь как, это вообще пиздец. О, не все просто понимают 2 часа и все такое. Встань на 2 часа, ебать, куда это? Главное, чтобы не на 6 часов, ты говоришь. Да, главное, чтобы... Шутка а кто-то в 2 часа потом галочка встанет. Да. История, ты где? Заходишь? Давайте сумоним эти вещи. Холидринг вылетел. Я тут потанчу пока. А, ну, блядь. А, ты заходишь? Сумоним пока. Блядь. Ты загружаешься или нет еще? Бля, хули я танцую? Че за хуйня? Ну-ка. Мама, я танцую. Это... В бигдема нету. Ну а хули вы афкашите, блядь? К истории нету. А хули вы меня мутаете постоянно? Да потому что ты заебал, блядь. Ты там пиздишь. И тебе похуй, что у тебя на активации стоит. И мы слушаем твой пиздеж. Что там, как у тебя? Мы скоро уже всю твою жизнь будем знать. У меня микрофон, блядь, лежит далеко, что пиздец. Александр, продавайте нахуй все серебро. Этот. И золото. Пошли, блядь. Пошли, заходим в комнату. Хули мы стоим. Там не бейте, нихуя не делайте, потому что пизды получите. Дайте время набрать. Или ГП. О, 4 роги, нихуя на пол. История зашел, ну, уже все, уже не успеем, блядь. Ну или только если тут шкаф поставите в перерыве. Не бегайте туда, блядь, сывейдится босс и сывы. Ну, не делайте хуйню. О, я понял, блядь. Так, хукмастер делает квест «Дыхание надо тебе словить 4 раза». Когда ты словишь 4-е дыхание, ты получишь дебаф на 6 минут. Если этот дебаф исчезнет, то ты не сдашь квест. Тебе нужно еще не сдохнуть на синдре. То есть... Это... Понял, да? Бегаешь на коне, короче, фул на коне будешь бегать, и там... Просто на коне постоишь. Не, танчить не надо. У тебя дебаф исчезнет. Тебе нельзя танчить. Ну, можно, только если в конце, типа, ну... Лучше мы с холидринком будем. Просто почили, побегай.
Ты въебал по мне? Нихуя себе, блядь. Уходите с центра. Въебал по мне. Ну вы чё? Як так, а? О, курва. Пердолия. Ну это я не знаю, что за хуйня. Як на курва пердалия. Пердалия это что значит? Да это, блядь, у них как у поляков, как факт, типа, у америкосов. А-а-а. У них вся хуйня пердоля. Ну, короче, как по-русски пиздец, типа. Ну, типа, да. Или наверное. Ебать. У них fucking fuck, это уже пиздец у нас. Трехэтажный там, мат. Блядь. Кому интересно, есть Call of Duty, сюжетка, короче. Ну, там, чисто в польском языке. Я, блядь, ржал долго. Пердолия, блять. Там просто одна пердолия просто нарезками идет. Хорош, блять. Там солдат там что-то отчитывает кого-то, и прям одна пердолия хуярит. Сука. Да, да, и курва еще. Курва, блядь, пердолия. Ой, блять. Поляки, да, они смешные. Я помню, Ведьмака читал, блять, там. Этот. У гоблина, у гнома, нахуй, был попугай, блядь. И он постоянно выкрикивал «Курва, мать!» Выдавал, блядь, посреди речи, блядь. Алло, как... вот. Чё? Ещё не кикнули? Нет. Хотели уже. Нет, «Три кота» мультик на польском смотрел недавно, тоже ржачный. А ты под чем-то, наверное, был. Я с детьми просто. Почему? Еще и детям включил. Нахуй. Они попросили мультик, я им включил на польском. Мама, ребенок говорит, нахуй мне на русском, еби мне, бать, на польском. Да нет, а у ржачного вообще так смешной мультик. Сразу по-другому смотрится. Я из формы вышел, нет! Сука, нихуя, я чуть не сдох, нахуй. Нихуя себе, блядь. Ну, угарный ролик. Ты шо, въебал там, да? История сум-сум-сум. История, ну мы трэш бьем, ты же в Диси, да? Еще трэш бьете? Да, мы трэш бьем. Думал босса. Нет, еще пауки у нас выходят. Вот это, наверное, последние. Цвейдился? Нет, это маленькие, вот эти должны быть и все. Давай тогда заходить не буду, чтобы ивент не перезапустить. Все, уже можно заходить. Смоните их историю, хулидринка, я пока на коне пособираю. А тут с этих души не собираемся, да? С этих нет. С этих нет. Да, сейчас на пульте на мифика, чтобы он сдох, и я тогда души соберу с этих. Охуенно. Супер план. Это сегодняшний план, блять, на Синдрагосом. Блять, интересно, проскочу, нет? Проскочил, ура. Сейчас такой напул будет. Давай, готовь. А я тут уже хотел у провайдера звонить, разъебывать. Почему интернет отключили? Ага. Ой, быстро включить. Я, короче, фул пружинки отдал. Зубы есть. Войт, у тебя лагает? Да. Вот у всех лагает. 5 FPS. Ну все, уже кончилось лаги. Ну, это... Встанешь, там, блядь, дохуя людей еще. Только ты мои души пиздишь, блядь, а у меня их 2000, а у тебя их 200. А, так ты б сказал, что у тебя 2к, так собирай тогда. Я просто думал, ты себе так, там, не знаю, собираешь потихоньку, помаленьку. Вот. Ну, я-то соберу помаленьку, потихоньку. Ну тогда, блин, ну сказал бы, я бы не собирал бы. Ну давай, ты с этих двоих собери, там, вижу, дракончиков ты собрал. Ну я сидры заберу, у меня там что, 450 примерно останется. Хорошо. Ты на сову, да, собираешь, Войт? Ну да. У меня вот 401 душа. Там если сейчас получится мне время, то я там 50 еще похожу. Да, видишь, я-то не сильно в такие рейды успеваю.
Да, я дело в том, что тоже не хожу, но если там время будет, я сейчас больше так, если время есть, я иду в парк. Я вон ходил в этот, как он называется, в десятку гер. Ебать, я там натерпелся, блядь. Синдру не убили, блядь. А мы ее добивали вообще? Я что-то забыл, даже с памяти вылетел. Синдру мы вот добили, да, да, да. А на лече, по-моему, разошлись. А, точно, я вспомнил, да. Просто, блядь, разошлись. Блядь, жалко, так, я не могу чаржиться вверх. Надо сегодня, чтоб клык упал. Да, клык заебись, триня. Мне на протопала тоже надо. Ну тут либо. Тебе на всех надо, блядь. Не, мне только на протопала, у меня на мешки и на ДК есть. Мне на протопала надо. Так, ну-ка иди сюда, курва. А ты, блядь, с этих будешь собирать или нет? Чего? С этих будешь брать? А с этих, по-моему, душ нету. Вот с этого есть, с криптохруста. 3 штуки там у него, что ли? Или 5, не знаю. У вас тоже дракона ебашит, который сдох? Да. Не, у нас колеса не такие лютые. Ну, он в землю воткнулся, как это, и хвост еще торчит так. Да, ты вот это имеешь? Да, кстати, живой, да. Да, это часто такое было. Это я просто сильный медведь, он меня побоялся. Он даже после смерти в конвульсиях бьется. Вот просто уебал его в землю. Да, въебал по нему. Воткнул в землю. И он воткнулся и говорит, ты что, въебал по мне? И все. Самое главное, Сука. Такой старикан угарный, блядь. Голос пиздец такой вообще. Сейчас надо захиливаться будет, короче. Блядь, надо камни будет как-то сделать. Захиливаемся. А, вот, слышишь, можно в первый день Геры пропа убить? Блядь, ну попробуем. Жрать не садитесь, когда она прилетает. Вот, теперь садитесь, вон рыба стоит. Да можно уже сразу идти и чистить сразу полностью эти кварталы. Короче, какие фласки сейчас у вас есть, такие пускай будут. Ну, 6 вот. Танки могут саппорт выпить, остальные там особо не парьтесь. Просто играйте аккуратно. Значит, я босса танчу, Хульдрин чилишь, бегаешь. Хукмастер на коне. Кто там 6-й хил у нас, Синтек? Есть вот. ЛКшная на силу атаки у кого-нибудь? Даже голдишечку отдам. Чё, кто из варов на ап кричать будет? Или кто кулак даст? Не, Геншин, не надо, ты шипешник. Не надо, и синтек, ну синтек, ладно, на. Так, дайте я метки поставлю. Я просто в гейме раздавал прото всем. А тут паладинов только меньше. Так, надеюсь, так глыба не заморозится, я поставил, блядь. Ладно. А я в полике, да, получается? Да, в пятой пати хилы и синтек. Имейте в виду, вот хукмастер, он делает где квест. Рыба? Он будет дыхание лить, а там наверху стоит. Вон там. Вон она. А вы с балкона не пробовали играть? А что там? Кулаки раздайте, если бы не раздали. Там на балконе интересного? Ну, там глыбы не падают за глыбу. Падают? Минимум. Там падают глыбы. Ох, пролагало. Там нет разницы, в какую сторону лицом босса бить. Можно во все 4 стороны его бить. Можно даже это сейчас во время пула проверить. Ну, если хотите, конечно. Коту дайте кулак. Разницы абсолютно нету. Там неудобно, там камера упирается вот в этот, в ободок. А вот тут удобно, камера никуда не упирается, когда отбегаешь на ступеньки. Короче, все готовы, пошли. Готовимся. Сейчас запулится босс. На циркуле было, что каждый раз, когда она прилетает, она каждый раз давала этот дамаг. На пул на войда. Ч
что там квест юзать, когда меньше 20%? Да. А я поюзаю. Окей. Там достаточно одной единицы набрать, выполнить. У тебя фридом давать, нет? Не, не надо, я форму меняю, все. Беги, малышка, беги. Ну, по хукмастеру отдавай свой фридом. Так. Вставай или и отхиливайся. В глыбу не заморозься, Вест, не заморозься. Прячемся. Я тебе иннер дал. Вест оф убав, дайте там каску, какую-нибудь хуйню еще там. Не забывайте, глыбы надо разбить. Вот справа фуловая стоит, вот где глыба упала. Домена захиньте. Домен, блять, как дела? Ну это. Букмастер, это. 4 дыхания. На четвертом тебе повешается стак. Точнее, этот. Вот сейчас у тебя одно. Вот там дебаф появился. Он тебя потихоньку будет дамажить. Вот сейчас кинь фридом по хукмастеру, чтобы он бегал нормально. Пока не спеши. Ну, в принципе, сейчас лови следующее. Вставай под ебало сейчас. Сейчас притяжка будет. До притяжки будет дыхание и после притяжки. Вот первое. Лови. На вот первой сейчас... фазе пусть 3 дыхания ловит. Да, потом да. Последний. Сейчас вот это словишь. Сейчас будет притяжка и отбегай в сторону ебала. За мою спину. И третье словишь. А четвертое уже на второй словишь где-нибудь. Вот, сейчас притяжка закончится, и после нее она еще дыхание даст. Вот сейчас даст уже скоро, подбегай. Ага. И все, иди бегай, жди там процентов 30-20 у босса. Уже в конце, чтобы баф не проебать. Все, и там фридом откадешься, дашь по нему, чтобы он бегал. Метки вниз. 5 меток всего. А в кружок. Зачем? Похуй как ставить, главное, чтобы вы втроем не встали, блять, чтобы не сдохли. Главное, чтобы еще людям удобно бить это было. Вот, кстати говоря, две глыбы упало, падает третья, блять. Две фуловые стоят глыбы. Как дела там, РДД подбейте, блять, вот эти две глыбы. Вот одну и вторую еще. Это четвертая падает. Босс приземляется. Должны... должны перевести, вроде, да, вроде дамаг должно хватить. Не знаю. Давайте посмотрим. Он на мышкой на стриме показал вот одну и вторую. Как будто кто-то видит. Ну, блядь. Я вижу, блядь, хули. Да люди же знают, о каких глыбах речь идет. Видно, ну если хп глыб, конечно, включено у них. Будет притяжка. Выглядит прикольно. После дыхания. Не знаю, наверное, не успеваем перевести. Скорее всего, взлетит она третий раз. Да, скорее всего, взлетит. А может и нет, кстати. Не, скорее всего, можем успеть даже. Но надо постараться. Вот сейчас отбегаете и бейте прям. Ну, 5%. Не знаю, может не успеем. До взлетки... на взлетке 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 2%, 5, 4, 3, 2, 1. Ой, успели, перевели. Так, стоп на автоатаку. Первую звезду и сразу разбить. Пойду на фул поднимите. На фул, на фул, на фул. Сразу разбиваем его. Все, словил дыхание. Все, теперь выживай. Просто скидывай стаки по КД. Разбивайте быстрее. Скинул Хрудринг, сразу меняй. Вот скинул или меняй, ага. Далековато, конечно, Синдра стоит. Ну, ну ладно. Звезду Геншин. Милики ушли. Эту не бьем, ждем притяжку. Вот притяжка будет скоро, готовимся. До половины так подбивайте. Вот сейчас притяжка скастуется.
Если не скастуется, если метка повешится, просто вперед метку поднесете. Вот, скастовалась. Тролл Д, этот самый, вперед неси. Тролл Д! Тролл Д, блядь! Это. Ну, ничего. Сдох и сдох, ладно. Разбиваем эту. Я знал. Этот самый синтек ресы Тролл Д. В следующую звезду и сразу разбить. Так, забрал. Нормально. Я думал, она раньше отдохнет, блядь, чтоб не умереть, думал, блинком. Горфлек. Милики ушли. Не заморозьтесь лишний. Вот смотри, смотри, кот. Ну просто, блядь, бог нахуй. Как дела, ностальгия, блядь? О, да, блядь, я далеко стоял. Я понял, это... нахуй. Вала проебал просто. Следующую звезду и сразу разбить. Так, сменил. Да. Кота разбейте, блядь. Алло, нахуй, РДД разбейте. Хулидринка хильте ревностный был. Хулидринка хильте ревностный, то упадет он и будет вайп. Да, высвобожденка. Так, все, я скинул, иду. Так, забрал. Идера в звезду. Будет притяжка. Не бить. Не бить. И Войда на фул поднимите, пожалуйста. Дай каплю какую-то по мне. Сейчас дыхание даст еще. Так, будет притяжка. Ждем. Вот притяжка. После притяжки сразу разобьете. Готовьтесь разбить. Через 3 секунды. 2, 1. Разбиваем фул ДПС. Следующую звезду и сразу разбиваем. Милики ушли. Милики ушли. Сейчас в звезду. Ага. Иду скину. Так, сколько там? Да, еще парочку поотнесем пока. Поиграем по сейвови. Ой, блядь, на мне стаки не скинулись. Следующую звезду. Подольше уж пусть поживет. Дадите милики. Еще, наверное, притяжку прождем, а то мы добьем спокойно. Так, сейчас я скину, секунда. Все, разбивайте быстрее, разбивайте. Быстренько зергайте метку. Хилы там все ману по регенте. Так, забрал, не скидывай. Следующую звезду. И сразу разбить. Сразу стойте за ней, чтобы стаки скидывались. Еще притяжку прождем, и там уже зергать будем. Так, разбивайте. Так, следующую звезду будет притяжка. Захилить, поднять на фул хп. По себе дай щиток. МВшку, какую-нибудь хуйню еще. Так, внимательно ждем притяжку, готовимся. Будет притяжка, прием. Вот, в конце притяжки разобьем. В конце притяжки все глыбы в сторону. Давайте Геру уже сейчас, фул ДПС по боссу. Эту разбиваем. Все остальные в сторону, Хэлла в сторону и фул ДПС по боссу. Иду еще раз. Квест только ж надо сделать. Кастаните кто-то. Да там кастовали, кастовали уже. Нормально, все нормально уже. Там будет просто и там лутанешь и все. Все, добиваем. 4 ляма. Войда на фул. Рейд хилим. Сейчас еще метка будет. В сторону выбегай, домен. В сторону. Ага. Все, добиваем. Так, лутайте с босса квест. Защитник. Ой, ну хоть бы сейчас багруха упала. Ой, как я молюсь. Ёбаное говно. Вот, осколок. Так ее сдавать в драконьем погосте. Она клык когда-нибудь выдаст? Хуй знает. Постоянно эта залупа падает. На ага. Клык? Ребят, квест драконьем погосте дает. Вот и выдает она вам на клык. Этот, пацаны, я возьму себе на хила. Надо. Второй синтек. А то у меня без дырки там кольцо вообще с этой, как оно называется, скажи мне, блядь. С, ну, где это, как она, сука? Кара, короче, где вот этот квест. А, 258? Да, да, да. А дай, пожалуйста, лутера Рависта, там осколок упал, а то он пишет. А, сейчас. Там Вальку не сагрите. Так, сейчас даю лутера. Драконьем по гости наверху. Наверху, короче. Драконьем по гости наверху, там где РСК. Да. Так, идем на лича. Хукмастер сдал квест? О, красава. Теперь у тебя квест на осколке, да? Это заебись. Ты куда, парень? Парень. Ты что меня паришь? На чем гоняешь? На тачке. Я могу сдать квест, хотя забрал вроде. Да какой нахуй квест, блядь? На синдра... На лича сейчас идем, блядь. Квест уже сдадите потом. Так. Блять, у меня что-то такое ощущение, Хокмастер, что ты хочешь лича потанчить в благодарность.
Я хочу в сове побить, короче. Ты потанчишь? Неплохое ощущение. Да, я тоже ДД побил бы. Ой, бля. Не, ну на потанку. Ну, короче, бля, пиздец. А Хукмастер, как ты сдох, бля? Давай выживай там как-то, заходи. Ну как? Вот так взял и сдох, говорит. Давай потанчишь, Войт. Ну похуй, давай потанчу. Только, блядь, имейте в виду, надо будет с кого-то из нас диспелить чуму. А диспелить чуму кто умеет? Призм. Да? А, в натуре. В прошлый раз нормально диспелил. Призм, ты понял, да, что это уже такая хуйня? Это как черная метка, нахуй. Проклеилась, короче. Блядь, где Хукмастер? Ты-то потанчишь, вот твой дрин не квест хочет. Сдает он, наверное. Какие квесты? Вы что, накурились, блядь? На шеем. Он сдаёт. Так он сдал уже. Тогда хуй его знает. Блядь, Хукмастер, принимай сумон, ты где там? Призыв начат, ты где? Вот, тут. Жри рыбу. Не еби рыбу, блядь, кот. Трися, блядь, что за хуйня, нахуй? Что за извращение, блядь? Это он еще медведем не сая. Во, он и медведем. Рыбу приправил, блядь. Осквернение какое-то, блядь. Вы создаете веселый камень. Что это за хуйня? Синтек, ты опять балуешься? Пиздец, блядь. Ну, стандартный код кончится. Катрисия, я надеюсь, у тебя эта хуйня, ну, это чисто какая-то простуда, да, это пройдет. То я... Я просто, блядь, в один прекрасный момент сгорю, и я просто такую хуйню не люблю, блядь, это параша какая-то. О, баф на целка висит. Какой? Плюс 3 к урону, плюс 3 к исцелению, 5 к выносливости. Это где? Где? В рейдовых бафах, посмотрите, зов приключений покорения рейдовых подземелий. 4 минуты висит еще. Плюс 3 к урону дает, плюс 3 к исцелению, плюс 5 к выносливости. У меня, другая хуйня. У меня прорвало. Короче, спасибо. Этот самый, этот, Хукмастер, ты шаркарей танчи, короче, я лича потанчу. Добрый вечер. Шаркаря, забери. Забери. Мастер. Светик. Диспел. Милики, близко не стойте к шаркарю, блядь, чтобы чуман не перекинулся. Чё там за курица прыгает, блядь? Вообще дичь. Баф. Чума 2 секунды. Чуму к шаркарю. Визибо. Испел. Шаркарь 7 секунд. Так, возле тебя шаркарь второй появился. На край идем. Иди тоже на край. А меня замедлили, сука. Оба ебаные. Так. Хилы фуловые по мане, нихуя себе. Не забудьте, суть мастера, когда шаркари умрут, диспелить чуму. То есть, Ризен там возле него стоит недалеко. Сфера, играйте. Долго там с чумой, блядь. Не по очереди перекидываются.
один остался. Сукмастер не спел. Это, на сферу не бежать. Ну разбейте ее, сука, быстрее. И вторую. Так, смотрим вальки. Фулл ДПС по валькам. Вест, Тролде. Тролде, блин, конется, да? Красава. Блять, запиши гайд нахуй пацанам, блять, как это делать. Легчайшая нахуй. Оскорнение, молодец. Блять, кто это, блин, канулся? Ворд, блять, красава. Ой, кто там был? Калужа почему-то подросла. Это от спины будете между порталом и вот этим шипом примерно лететь. Это, сейчас будет оскорнение с валькой одновременно. Первая очередная задача — выйти с лужи, а потом уже бить валик. Забыть про лича вообще. Валик нельзя отпустить. Оскорнение, вышли, милики. Все-все-все вышли. Так, теперь валик бьем. Так, кружку дам стан. Разбиваем. Вот две вот эти милики, ромбик РДД. Быстрее, 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 ну сука. Все, теперь... Ага, блин. Ну, блядь. Этот... Рови стрессы ворлда. Только после... Блядь, захильте заражение. Осквернение. Осквернение, разбежались. И в центр сейчас вернемся после осквернения. Вот оскорнение вышли. Все, идем в центр. Быстрее уже вперед лича идем в центр. Вот. Отсюда будете в сторону зеленой лужи лететь примерно. В сторону вот локовских порталов. Все, фулл ДПС. Те, кто первые летят, вальки. Вот РДД кружок, милики вот эти две. РДД все в кружок. 10 РДД. Быстрее. Стан дайте кружку еще. Ромбику стан. Замедление. Ну быстрее, ебаный. Треугольнику стан. Оскорнение 3 секунды. Разбежались. И 1% до фазы. Готовимся. Оскорнение на мне, не подбегать к личу. Сейчас я выйду. Все, на край подходим. Сейчас будет лич убегать. Даем массакру, сейф, заражение захиливаем. Запрыгиваем. Дал по шектору инер. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Блин, ну красиво у меня дух выходит, конечно. А на утро вышла черепаха. Сферы? Пиздец. А чё он, блядь, на варе? Как дела, нахуй? Хукмастер, чё, не видим совсем? А Хукмастер чё, в ДД? Почему? А, не. Сорян, заглючил. Танки он. На четвертом агрова набери, вон появился. УПшки хуярь там. Сферу сейчас разбейте. Хилы приготовьтесь хилить. Это. Две сферы разбейте. Хилы приготовьтесь. Под ебалом духа не стоять. Ностальгию захиливаем. Быстрее, быстрее поднять. Уже уходим на ту сторону. Уже уходим. Уже уходим все. РДД, хилы уходим. Мильки потихоньку бьем. Специально для вас веду. Видите, как, блядь, скользящая походка. Оскорнение 2 секунды. Разбегаемся. Но в сторону лича продолжаем двигаться все равно. Вот за личом идем. Прячемся за личом. Давайте Геру. Наверное, ностальгия в комнате. Ну да похуй. Потихоньку веду. Полукругом. Оскорнение 5 секунд. Потихоньку веду. Геру не теряем. Я понял, блять. Этот, стаунти быстрее, не зыбку прожми, Хукмастеру дайте зубы. Стаунти. Это, захильте его, ну захильте. Да сука, да ебаный в рот, блять, стаунтите быстрее. Сейчас он уменьшится, блять.
Ёбаный, еще БР по Войду, быстрее кто-то давайте. Подержите кто-то. Invisible, Holy Drink, подержите. Духов похлопайте. Пизда, ёбаные бомжи, блядь. Ёбаный этот, захильте человека, он сейчас, блядь, вырастет опять. Сука, ностальгия, что, убить духа забери, сложно забери. Или что, блядь? Да я забрал, не знаю, заберется он или нет, может тебя ёбнет даже. Все, уводим отсюда, уходим, вперед меня отсюда, уходим. Войду фулбаф даем, каску лапу пристабаф, отходим, оскорнение секунда, вот, Вест, выйди оттуда. Бля, от пиздец. Духа. Прячемся от духов прячемся, духи летят. Это все ностальгия ты, блядь, бич. Чё такое было? Да ничего, блядь. Забичевал. Ты чё как сбил в комнате, блядь? Раз духу надо красному был сбить, ты чё там, блядь? Чилил, блядь. И красного духа вообще убить надо. Где твоя воля, блядь? Уходим отсюда, 2%. Оскорнение, выйдите с лужи, нахуй. Сейчас еще выпанемся в ней, блядь. Ну, пиздец. Ебать, чуть не положил рейд, блин. Ты что, первый раз в комнате, блядь? Походу. Не, нихуя не первый, просто там что-то диалог, я, блядь, думал, нахуй, еще будет время, у меня потом ёбнуло и все. Ты угораешь, блядь, какое время, блядь? Духа красного надо убивать, не надо ничего ждать. У него и там... каз сбить. У него там 100 тысяч хп, блядь, что ты там делал, блядь? Квест читал, блядь. Где сдавать? Идеалог. Да, я, блядь, зачитался, блядь, что он там вообще ему... Ты понимаешь, что мы бы сейчас выпанулись, блядь, если бы не повезло? Да, все понимаю. Да не, я, блядь, был в этой комнате, все нормально. Ебать, натуре, пацаны. 4 часа опять дали баф на целка. А, вот, сейчас вижу. Да, сейчас когда дали. Снесли. Зов вот приключений. Да, у меня и до этого он был. Нет, мы как раз вот оставалось что-то там у него 12% дали этот баф. Ну благодаря этому мы убили. 5% какой наустройство, нихуя. Один день, нахуй, нихуя себе. Этот баф же дается только на ЦЛК обычку. Нет. На Геру не дается. Только на старый контент. А я тебе не давал разве? Я тебе на шалфира дал, что ли? Или ты, ты ливнул с шалфиром? Ты на шалфира дал. Я что-то не вижу. Вроде не давал. Вроде я его не вижу в этом начислении. Ты на радиансе указан. Домен. Может быть, радиансе, не знаю. Да ну нахуй. Что, серьезно, что ли? Да. Ой, блядь, жуть какая. Разбойнику комбату отдайте. Пусть нас... У меня просто выключенный ПГП. Я не могу посмотреть сам. Что за прикол? А паладины есть? Или кому это? Дай мне один на транс. Да, и дайте, если мне никому не транс надо. Транс я бы взял. Трансгендер? Давай-то рулим на транс. Пушка-то неплохая, кому но... магу. Давай порулим на транс. Локу. Ооо, два прилива, нихуя. Ты людям дал по 1250 ИП. Ну да, это за... это. Ну да, кстати, подождите. Ты вчера по 1000 дал, а нам с Кторией не дал вообще. Ну да. И холидринку тоже. Так, минус 1000. А кому, получается, надо... Кто ставил холидринк? А разве вчера давали? Геншин. Виктория. Да, вчера давали. Так, значит, холидринк. Кто еще? Хистория, да? Угу. Геншин. Геншин. Хэлло на замене сидел вчера. Так. А лутал? Нет? Я, по-моему, не лутал. Не лутал. Ты сказал, завтра дам. Хэлло. Кому я дал? И Биг Дэм, да? И все? Да, и Биг Дэм. Так, никого не забыл? Призен ты тоже, да? А ГП с Твина можно на основного получать? Связать их только. Только связать, да. Это как, типа, я бы тоже всю свою бичевую связал бы с основным, если честно. Лёха, смотри, сейчас портал в Доваран поставлю. А я уже... Минор, да? Вой, ты про мага забыл, да? Про какого? Бабенин. Слава, а как это делается, чтобы бичей связать своих там со своим?
Это делается, подождите, я не могу сейчас. Этот самый, Асинтека, что, я тебе не давал 1200, что ли? Видали, паладин открывает портал, сдал. 1200, сейчас посмотрим. Асинтека, что, в ГМХМе не было в первом? Нет, помню. Он тоже, по-моему, пришел. Да, он же пришел и спрашивал, что, говорит, на Махтеридоне. А, да я уже не помню, блядь. Это Ген, Ген. Ау, ау. Открой дверь, пожалуйста. Кого? Дверь открой, говорю. Ой, дверь, ты о чем? Открой дверь, пожалуйста. За шуточки, блядь. Сейчас еще открою, еще. Они накурились. Дверь из-под КамАЗа, блядь. Это, а че все ливнули, никому... Приливы не нужны, что ли? Я понял, блядь. На трансмог взял бы. Давай мы на транспороли. Так, Troll D. Вот если бы шаманы носили, я бы взял себе один. И World. Носили, я бы тоже взял. Какой взял там? Двум людям надо. Ну, защитник вот. На, возьми, да. Он защитник в подарок. А сколько? Да мне один надо было. Нужен кому защитник? Да там не надо. Нет, а сколько не было, к сожалению. Ничего, осталось, кстати, всего 10. Равист, а Синдры был? Синдры, да, забрал. Так, сейчас ГМ будем собирать второй. ГЦ, хули. Если пронесем, если... то на РС-коре останется. Если нормально надропает на этом КД его бычки,